устроена вообще работа на автозаправочной станции, чтобы для себя, как для водителя, вообще понимать, какие стадии вообще проходит бензин, по стадии очистки, стадии контроля. То есть почему вообще могут возникнуть у автовладельца какие-то вопросы к заправке, потому что случаи такие бывают, когда попадает бензин, там, или некачественный, или вода, или еще что-то, да? То есть просто понять, как, каким образом это может в баке оказаться. Ну и вообще, в общем, для общего развития, потому что интересное устройство, потому что практически каждую неделю автовладелец любой ездит, заправляется.